первой букву «Л» напишем. Две доски покрыты крышей. Пояс буквы «Л» наденем, «Л» на букву «А» изменим. Я скажу, ребята, всем. С азбукой нет проблем тем, кто знает букву «М». Милая моя мамуля моет грязную кастрюлю. Машина за окном стоит, мышка в норочке пищит. Много пользы от морковки, Миша в мяч играет ловко. Носорог кричит друзьям, букву «Н» принес я вам. Букву «Н» вам надо знать, чтобы Новый год встречать. «О!» – сказала буква «О!» «Знают все меня давно. Я на многое похожа. На кольцо, баранку тоже». Говорил недавно кто-то. «П» – похожа на ворота. Возражать мне было лень. Я-то знал, что «П» – как пень. Как запомнить букву «Р»? Каждый может, например, руку на бочок поставить и друг другу «Р» представить. Радугою до небес изогнулась буква «С», напрягла свои бока, подпирает облака и моста огромный вес. Стал под буквой «Т» трамвай. Хочешь ехать, не зевай. «Т» зовет тебя в такси. Ты шофера попроси. Вмиг тебя доставит он точно в заданный район. Интересное нахожу. Я, ребята, букву «У». Уголь нам дает тепло. Ураган несет бревно.